Впрочем, зачастую угрозы представляют не бездомные собаки, а вполне благополучные домашние или люди. Еще непонятно, кто опаснее, так в Братске полицейские разбираются в деталях конфликта между владелицей питбультерьера и соседями. Как стало известно, минувшей осенью бойцовская собака 35-летней братчанки покусала пожилую женщину. А 27 января пес напал уже на дочь пострадавшей. Потерпевшая семья решила самостоятельно усмирить животное. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Кадры лучше не смотреть слабонервным. Перепалка переросла в драку с применением бейсбольной биты и топора. Сейчас эти материалы изучают полицейские, назначена экспертиза, которая определит степень травм, которые получила владелица бойцовской собаки.